Теперь все вон ступайте. Они останься. Пойдемте в дом. Как ты стоп? Ой, козленок. Итальянец мой раб. Хочу ему сегодня что-то предложить. Ты знаешь, как я присытился женой. Ведь ее я не хочу. Удушить ее жалко. Терпеть же нет мочи. И вот что я придумал. Я отдам ее замуж за итальянца. А как же, ведь не раб он. Получить Эльвиру в жены редкий подарок. Пусть увезет ее к себе. Я верблюда им дам. Закон Магомета ваш подарок не одобрит. Магомет все поймет, а раб он тоже. Ты понял? Теперь? А как тогда слушай вот этот наш тираль? Пошли! Здесь ни одной нет, кто могла бы зажечь мою плоть, мою кровь. Все их ужинки, все массажи меня не возбуждают. Так чем могу помочь вам? Помочь чем можешь. Хочу я итальянку, вот такую. Горячую, норовистую, злую. Мой итальянец о них слагает песни. Где ж таких я найду вам? У нас подродов нету, тут никто не летает. Вот что, мой милый, коль за неделю не сыщешь мне такую, на кол сядешь, клянусь, а? И скачь, и пуля. Thank you.
Thank you.